После освобождения земель от оккупации Азербайджан приступил к восстановлению освобожденных территорий, созданием экологически чистой зоны, где планируются проекты зеленой энергетики, умных сел и городов. Мир и стабильность на Южном Кавказе, установленные Азербайджаном после урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, открыли новые экономические возможности не только для Азербайджана, но и для Армении. Одним словом, в Карабах постепенно возвращается жизнь, а встречать праздник весны на освобожденных территориях для главы государства стало традицией. В рамках поездки в поселок Сугоушан президент и первая леди ознакомились с проводимыми восстановительными работами. Господин президент встретил Новруз по традиции последних лет на территории освобожденного Карабаха. В Сугоушане открылась новая воинская часть, новые объекты, гражданская инфраструктура, подведенная хорошая дорога. И президент, обращаясь к народу Азербайджана, еще раз, мне кажется, правильно подчеркнул, как вовремя Азербайджан решил более четверти века отягощавший Азербайджан и наше развитие карабахский конфликт, освободил наши территории. Реконструкция и восстановление освобожденных территорий будут одним из основных приоритетов развития Азербайджана в предстоящие годы. Так, выделенные из госбюджета 2021 года 2,2 миллиарда манатов на восстановление и созидание освобожденных от оккупации территорий были практически полностью освоены. За столь короткий период были сданы в эксплуатацию Физулинский международный аэропорт, проекты социальной инфраструктуры, Дорога Победы. В настоящее время строятся Зангеланский и Лачинский международные аэропорты, автомобильные железные дороги. Эти и другие важные проекты придают значимый импульс развитию региона. И сейчас, когда мы видим, как по всему периметру бывшего Советского Союза очаги напряженности, войны, Азербайджан занимается созидательным восстановлением освобожденных территорий. И я думаю, что это самый большой подарок на Новруз – мирное небо над Азербайджаном, созидательный труд по восстановлению освобожденных территорий и превращению их в процветающий сад. Созидательные работы и благоустройство получили широкий размах не только в поселке Сугоушан. В целом и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре созидательные работы и благоустройство ведутся планомерно. В максимально короткий срок правительство республики намерено эффективно и с высоким качеством реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. Указами главы государства созданы Агдамский промышленный парк и экономическая зона Арасская долина в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Параллельно ведутся активные работы по разминированию территорий. В 2021 году была очищена территория площадью более 20 тысяч гектаров. В то же время, в результате принятых мер, в этом году территории, очищенные от мин, охватят площадь в два раза больше прежней. Эльнара Алиева, CBC.